чести наитим Святаго Духа, Господу помолимся. Поежи показать и сие изгнание всякого навета видимых и невидимых враг, Господу помолимся. Поежи достойны быть и нетленного царствия, не изукрещаемым, Господу помолимся. Поежи ныне приходящим ко святому причащению, спасению, Господу помолимся. Поежи показайтесь им сыновьями и дочерями света и наследниками вечных благ, Господу помолимся. Поежи быть им страстным причастниками смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. Поежи сохранить им одежду крещения, обручения духа несквернный порочный в день страшный Христа Бога нашего, Господу помолимся. Поежи услышите, Господи, мой глас моления над грешным, Господу помолимся. Поежи избавитесь им, и нам от всяких скорбей и дневной нужды, Господу помолимся. Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Богородицу Христа, Деву Марию, со всеми святыми поминутся. Сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Боже, благоутроны милости, Боже, истязуя сердца и утробы, и тайны человеческой веды, един, един. Небо есть вещь неявлена пред Тобой, но все нами обнажена пред очима Твоих. Веды я же во мне, ты не мерзишь меня, не перестану отпросить от меня, но прежде мое повелетение счастье. Призывая человека выйти, покаяние, и омыть мою скверну телесную, и всего меня осветиться совершенной силой Твоей невидимой и десницей духовной. Да не свобода иным возвещает, и силу подавая верой совершенной, Твоего неизреченно человека любя, сам я раб греха не искусен Бог, но ни владыка единый благий человек любимый. Да не возвращусь смиренно, не спасли мне силу с высоты и упредили в службу прилежащего таинства, великого и непренебесного, и вообрази Христа своего, хотящих паки родительства моим окаянством, и назидай их на основании апостолов пророк твоих, и да не зложишься, но насади их на садение истины во святие твое соборное апостольство церкви, и да не восторгнешься я, когда приспевающим им во благочестии славится и тем, что святое имя твое отношено и святаго духа, ныне пришли во веки веков. Верите, Господи, и чудо дела твои, и единое слово довольно будет пению чудесным. Верите, Господи, и чудно дела твои, и не единое слово довольно будет пению чудесным. Верите, Господи, и чудно дела твои, и единое слово довольно будет пению чудесным. Ибо хотением от несущих поезде привлечь всяческо твоей державы и содержащей твари твоим промыслом строящий мир, ты четыре стихи и творцы чинивы четыми времен круто венчал и син. Тебе трепещет умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещет звезды, тебе работают источники, ты протерниваешь. И все небо я похожу, ты утвердил все небо на водах, ты оградился морем песком. И ты дыхание воздуха влиял, я не вижу, и ты помогал, отдам и пшеницы тебе кланяются. Многочитый херувимы, и краты серафимы, ум предстоящий, обитающий страха, неприступной силы твоя покрываются. Ты бы еще Бог не описанный без начала. Бывши царю приди, и ныне наистинся, духа свети воду сию. Дашь ей благодать, избавление, благословение Иорданова, сотворение, трение, источник, освящение, дар грехов, разрешение, недугов, исцеление, денность, огубитель, сопротивным силам, неприступно ангельских крепостей исполнены, добежат от нее, наветующее создание Твоему, яко имя Твое, Господи, призва, дивное и славное, и страсти сопротивные, да сокрушаться по знамя образа Христа Твоя, да сокрушаться по знамя образа Христа Твоя вся сопротивная сила, да сокрушаться по образу, под знамя образа Христа Твоя вся сопротивная сила, да сокрушаться под знамя образа Христа Твоя вся сопротивная сила,
Молим Тебе, Господи, да отступит от нас вся воздушное неявленное привидение, и да не таится в воде сей демон темный, ниже да снизит скрещающимся дух лукавый помрачение помыслов и мятеж мысли наводяй. Но Ты, Владыка всех, покажи воду сию, воду избавления, воду освящения, освящения плоти духа, славу уст, оставление привлечений, просвещение душ, плане похибытия, обновление духа, сыноположение, дарование, деяния, нетление, источник жизни. Ибо рекайся, Господи, измытись, очисти, будете отымите угасться от душ ваших. Ты даралась и нам с высшей паки рождения, водой и духом, явися, Господи, на воде сей, и дашь, притворитесь мне и крещаемым воежеву, уложи, отложите оба ветхого человека, тлеемого в похоти, в прелести, облечися в нового, обновляемого по образу создавшего его, добыв сраслен подобен смерти Твоя крещением, общик и воскресение будет, сохранив дар святаго Твоего Духа и возвращив залог, благодати примет почесть горнего звания и запретется. Перворожденному написано небеси, в Тебе, Боге и Господи нашим, Иисусу Христа, к Тебе, подобай, Тебе подобает слава, держава, честь и поклонение с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым Богом, творящим Твоим Духом, ныне, присно и во веки веков. Он мем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Всем Бог просвещает все счастье всякого человека и грядущего мир на непристный во веки веков. По заповедям твоим. Так, а где отроки? Отроки. Арсений. Сюда, отроков. Сейчас, сейчас. Не ладно, постойте, стойте там, стойте на месте. Стойте, сами на месте. Помазывается на Божье крещение. Это Максим. Максим, 12 сын, священник веры. Из сына и души и тела. Руцит вы составляете и создаст. Проходите по заповедям твоим. Помазывается раб Божий. Арсений. Макса? Арсений. Арсений. 12 сын, Святой Дух, священник веры. Про что ну, это? Ну, чтобы они зашли, сюда встали вниз, а то они там... Мы уже все, два инструктора провели. Один перед выходом, один еще когда по приглашенным я им привел, чтобы как правильно. Там с площадки нужно делать, человек вниз. Да, 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 да. Полностью мне объяснили. А потом аккуратно поднять ногу и подняться на площадку. Не ближе вас. Можем ближе. Я могу ближе. Можем ближе. Я буду лежать. Она хочет, чтобы я снимал. Могу даже вот так. Мне надо вот так лечь. Никаких комментариев просто не вставлять. Так, давай. Ступеньки широкие. Крещает Сара Божия и все здесь. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь.
Так, ну давайте эти, кто там? Это что, Арсений? Арсений. Хорошо, ныряем. Крещается работой Арсений во имя Отца. Аминь. Все. Ну, скорее иди. Поглубже его можно. А там нормально. Ими нормально. Держи. Ну там не держи. Держи. Шаг делай пошире. Держись. Шаг пошире делай. Да, держись. Вот молодец. Смотрим на храм туда смотрим. Вон там, где храм. Хорошо повышается. Вещается. Работа Максим во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Сына же Духом. Аминь. Ну по порядку, походу. Батюшка, сюда можно наступать им, тут нормально, глубоко. Мы тут прорыли. Да, тут. Шагай вниз. Куда? Вот, а тут внизу вот все, мы да. Мы специально вырыли. Специально там. Это, да. Так. Михаил. Аще не крещен, крещается работа Михаил во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Пошире шаг чуть-чуть. Братья, там где-то где-то. Широкий шаг там надо. Осторожно. Крещается работа Владимира. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. Духа, аминь. Чисто. Всегда усмирится. А это кто такой корреспондент? Крещается работа Олега во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Аминь. Крещение Духа и Святаго. Сами сидят на подмостке, а батюшка в воду мокнет. Я воды не боюсь. Какая просто. Другой рукой. Авраам. Крещается. Аще не крещен, крещается работа Авраам во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Не должен. Оператор хороший, батюшка. Не должен. Нет, я такого еще не дошел. А я помню, что это говорил, братья, давайте соберемся, скинемся. Кто-то скинулся.
крещается, если не крещен, крещается работа Александра. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. 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 Еще братья есть. Кто покрестился, переодевайте что-нибудь. Есть братья, есть. Братья есть. Я думаю, так нормально, да? Вообще идеально. Очень высокое качество я тут делаю. 4 пиши, на огромный телевизор нужно. Аще не крещен, крещается работа Сергея. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Имени Христа, Духа, Аминь. Все старое ушло. Ходит все новое. Антоний это мой какой-то. Один из хорошо подготовленных. Антоний. Аще не крещен, крещается раб Божий Антоний во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Я скоро развернусь, куда-то в бок пошел. Обычно все прямо. Ну, ладно, вроде ничего, у тебя там близко. Нормально. Еще здесь погода, не знаю. Влад, спустился? Да вроде спустился. Вперед, шаг. Еще маленький вперед, а то там ступенька. Ага. Руки расставил. Так, Михаил? Виктор. Виктор. Аще не крещен, крещается раб Божий Виктор во имя Отца. Аминь. Вдох. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Ныне крыша, а вовеки веков. Приседать надо будет побольше. Вот сюда. Приседай подальше, пониже. Крещен, крещается раб Божий Константин. Во имя Отца. Аминь. Ушел. И Сына. Аминь. Все. И Святого Духа. Аминь. Ныне присни. Духа, Духа. Все, аминь. Отлично. Чист. Говорю без комментариев. Да, ничего. Просто хочется, знаю, просто хочется. Чистый. Андрей? Данному человеку тоже. Аще не крещен, крещается раб Божий Андрей во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Как там Господь делает? Вообще. Так просто. Так сложно поверить, а когда поверил, это все просто. Заходит зон. Галина. Аще не крещена, крещается раб Божий Галина во имя Отца. Аминь. Вдох. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. И Святого Духа. Аминь.
Ногами, ноги бройте, да. Вот здесь вот можно встать, здесь лучше. Не, не держите. Вот. Прочините, она крещается работой рекламы. Во имя Отца. Аминь. Тут же. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Не Христа, не Духа, не Бога. Все. Твои еще отобью. Елка. Вот так вот все. Аще не крещена, крещается раб Божий Юлия. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Аще не крещен и крещается раб Божий Ксения. Во имя Отца. Аминь. Прошу приседания. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Так, следующий. Все. Все. Что, мало? Просим прощения, да? Что мало? Что, не, шесть... сейчас я вас... Ой, не 60 человек. Прибудите. Брат Владимир, привязывай плот. Подтягивайтесь. Брат, помогайте. Он там что-то упирается. Потому что груз. Там грузы? Ну, они стоят на этой стороне. Ну, давай тут. А там водоросли, водоросли. Вот сейчас подошла. Вон она. Спасибо. Ой. Давай, дальше. Я не знаю. У тебя изменилось. Всех лиц изменились вообще. Просто каждый раз удивляешься, каждый год смотришь.
хочет. Ну. Отец Аким. Отец Аким. Еще тут два. Двое. Еще двое, вот. Сказал потом совпадение второй раз. Значит, что-то есть. Эта вода вот каждый год в течение 30 лет освещается. Поэтому у нас здесь даже караси водятся, у которых в хребте нет костей. И они даже какие-то немножко сластят. Ну, да. Все, они на вид золотистые такие. Такая порода карася здесь. Других кругов нигде нет. Рыбцы приходят, даже рыбаки. Предсказанного пророками Мессию, который взял на себя грехи мира.
и слово его проникло до людей. И они говорят, что нам делать, мужи-братья? Деяния апостола, 2 глава, 38 стих. Заучите его наизусть. Покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Вот все, что здесь совершается. Будьте скоро на слышание и медленно слова, медленно гнев, чему пишет Иаков. Слово, которое вы слышите, не спешите его опровергать или что-то, даже кто-то говорит неправильно. Как Исаак Ньютон снимал шляпу, когда слышал слово Бог. Хотя ему короткое слово, подтверждаемое. Был один человек, который к православию не относится, но он сказал, в мире есть одна книга, Библия, и одна личность, Христос. Все остальное для них и от них и для каждого. Богу нашему слава во веки. Аминь. Аминь. Благодарю. Все новое. Тут тоже выезжает. Елена выезжает. Что, дрон приземлился уже? Слава Христу. Помоги, Господи. Сейчас само только началось. Помоги, Господи. Сейчас, так сказать, начало всего. Сейчас, братья, испытание начнется, братья. Участвуйте, активно участвуйте в занятиях, в содружестве. Вот, брат вчера говорили. Прям провести собрание содружества, выбрать совет содружества. Днем рождения. Установить, кто будет заниматься соглашением, кто там занятия ведет, ну прямо конкретно. Ну так вот так, чтобы было. Потому что вот такая уже, такие мужи, настолько много людей, надо их порядок. Благодарю, братья. Так, а что у меня можно? Ну все. У вас там крест стоит высоко. Все. Все новое. Больше ничего не мат, все Господь простил. Больше уже ничего не делать. По поводу река. Рубашка? Где ты ее снял, повесил туда? Не помню. Мне досталось очень такая. Идем. Что? Да. Это что, постой, наши не достаточно. Максим, иди сюда. Ну, поздравляю тебя, Макс. Я вас тоже поздравляю. Спасибо, Христос. И вас поздравляю. Ты мух отгоняешь? Да, я отгоняю. Да, да. Thank you.
сторону, в сторону. Попивай! Да, а я уже был готов. Слава Богу. Я хотел просить, вот, будете учиться, не потеряйте работу. Да, нет, однозначно. Это... Работа хорошая. Да. А эти-то, которые не крещеные, вот эти двое, Захар. Да. Фотографию здесь, фотографию. Фотография. Ну тогда мы здесь стоим. Мы тогда вот тут стояли. Мы фотографию делали. Мама сейчас идет. Так встали и вот так. Даем на фотографию на общем. Ну какой у нас фото. Максим, ты где? Давайте быстро, а то здесь. Сейчас. Там, вот в задних рядах вы закрываете немножко. Можно чуть-чуть в это, вот в сторону вот эти. О, вот так вот видно. Вот, хорошо. Посмотрим, что у нас тут получается.